В этом году в Чебоксарах благоустроят 35 городских площадок в рамках программы формирования современной городской среды. Специальная комиссия мониторит ход работ. На ремонт дворов, проездов, тротуаров, строительство новых пешеходных дорожек и парковок, обустройство детских и спортивных площадок из республиканского бюджета выделена беспрецедентная сумма – 318 миллионов рублей. Обновят дворовые территории в каждом районе столицы. Представители общественных объединений, некоммерческих организаций и сами жители города тщательно инспектируют ход проектов. В основном мы видим то, что не видит заказчик и подрядчик, то есть обычный глаз обычного горожанина. То есть пришел, посмотрел, увидел, сообщил, где там трещина, асфальт неровный. Опыт у меня, конечно, уже есть. Подсказать, улучшить что-то, если они не заметят, заказчик-подрядчик, мы точно заметим. И, да, ну, сделаем так, что будет все исправлено. В целом контроль двухуровневый. Кроме общественной комиссии за работой заказчиков и подрядчиков следят и председатели советов домов, на территории которых реализуются проекты. Они в первую очередь заинтересованы в качественном проведении работ. Они участвовали в принятии решения, значит, о включении этих проектов в программу. То есть они согласовывали, какие виды малых архитектурных форм будут в составе проекта, значит, какие спортивные площадки, какие элементы благоустройства будут. Поэтому они будут тоже участвовать в общественном контроле. Татьяна Трофимова, Юрий Марков, Республика.